Генпрокуратура России объявила, что располагает доказательствами того, что некоммерческие организации получили из-за рубежа более 28 миллиардов рублей за последний год. Между тем, Минюст нашел первое иностранного агентства среди НКО. Ассоциацию «Голос» обвинили в ведении политической деятельности и в иностранном финансировании. Факты получения денег из-за рубежа, ну, конечно, это выглядит немножко диковато, потому что если мы решаем проблему своего избирательного права, если мы решаем проблему своего избирательного кодекса, это наше абсолютно внутреннее дело. И почему, значит, кто-то должен финансировать из-за рубежа? Министерство юстиции возбудило административное дело против ассоциации «Голос» и ее исполнительного директора за нарушение недавно принятого закона, а именно за нерегистрацию организации как некоммерческой, выполняющей функции иностранного агента. Это первый судебный прецедент по данной статье. Все это было притянуто за уши. То есть это и вот эти 7 тысяч евро, от которых мы отказались, и как бы избирательный кодекс, который, по сути, как бы сейчас вся активная деятельность была в прошлом по этому проекту. Видимо, поступила задача для Министерства юстиции вот как бы провести такую кампанию. Думаю, что Министерство юстиции тоже не очень приятно этим заниматься, потому что они юристы, они все прекрасно понимают. Вот. Но я думаю, что задача такая, что довести это до суда, сделать публичный скандал и предъявить обществу, что вот видите, мы нашли этих агентов. Массовые проверки деятельности НКО в России начались в конце марта. Власти называют их плановыми, правозащитники видят в них политическое давление. Знаешь, такое может случиться.